З-за долгой отсутности дождей, засушливого надворья и возникновения очагов пожаров у экосистемах на всей территории Гомельской области введена заборона на наведывание лесов. За нарушение правил пожарной безопасности або забороны на их наведывание предусмотрена административная отказность. Порушальников могут покарать попередженням альбо штрафом до 25 базовых величинь. Коли ж потерпит лес або торфяник, то штраф может повеличиться удвоя. Только за бягучий тыдень у региона было зарегистрировано больше як 20 выпадков лесных пожаров, три из яких площадь свыше 5 гектаров. У связи с надыходом пожаронебезпечного периода супрацовники МНС проводят работу по мониторингу ситуации у лесах, а так само выпадков выпаливания сухой рослинности. Головная задача вратовальников – попереджение пожаров и гибели на их людей. Тому в рамках профилактичных мероприемств вратовальники оказывают консультативную допомогу насельництву у забезпечении пожарной безопасности у лесе и прилеглой до его территории. Так само сачит за становищем, допомагают и установленные у лесах фотопастки. Их у нашей области уже каля 200. Сейчас по всей области создаются мобильные группы, куда входят не только представители МЧС, а также представители других субъектов профилактики, которые проводят рейды по посещению населением лесов, как наше население относится к этому. Конечно, мы всеми силами пытаемся достучаться до сознательности наших граждан, чтобы таким образом мы все вместе сможем уберечь себя и природу нашей страны. Сегодня в составе мобильной группы присутствуют представители органов местной исполнительной власти, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, производственно-лесохозяйственного объединения, природно-охранного ведомства. Наша задача – рассказать людям, почему нельзя сегодня идти в лес и показать на ярких примерах, какие последствия. Вот у нас в Наравлянском районе такой пожар уже случился, где 300 гектар леса сгорело. Мы должны об этом говорить сегодня.